Привет! Доброе воскресное утро! Сегодня у нас солнышко, ясное небо. Ричард поливает сад. Каждое утро он у нас молодец. И я пошла немножко прогуляться, потому что что-то мы спали долго сегодня. Аж 9:30 встали. До ночи кино смотрели вчера, до часа ночи. Вот, я вам хочу показать наши окрестности, у кого какие садики. Вот, и немножко с вами поболтать. Вот сюда нам... К нам переехали новые соседи. Вот у меня розочка вот такая. На углу зацвела. Вот соседи переехали новые. Пока еще с ними не познакомилась. Там мужчина и сын его. А прежние соседи оставили вот такую хайдрэнджи, гортензию. А вот эти соседи, глядя на нас, тоже розы засадили. Немножко неправильно, я считаю, потому что это все клаймус. Они должны идти. Но она их подобрала вот так вот. То есть они получились как высокие кусты. Надо было, конечно, кусты посадить. Ну ладно. Некоторым хоть говори, хоть нет. А вот. Ну, здесь немножко так все не очень, скажем так. Да. Вот этот вход нравится. У них очень маленькая территория, видите, сколько всего. Там 2 квадратных метра, но они засадили вот эти гортензии. Удивительно, шикарно здесь растут. Вот, я не знаю, может быть, они почву меняли или что, но мне так этот уголок нравится, он меня так радует всегда. Вот некоторые любят вот так в горшках. Мы вчера с Ричардом ездили, купили орхидеи много в дом и посмотрели горшки. У нас гортензии на сзади, вот там, где мебель и все. В саду надо пересаживать, там слишком маленькие горшочки, я что-то временно их воткнула, так и ни разу не пересадила. В общем, вот буду осенью пересаживать. Вот такая у нас зелень около дома. Вот здесь недавно цвел огромный фиолетовый мак. Что-то их не могу найти. А вот, наверное, это что-то другое, но здесь был мак. Я помню. Я говорю, Сенька, надо запомнить. Мы гуляли с ним как-то. Я говорю, надо запомнить, где. И потом семена попросить. Вот розочки. Вот еще хотела момент показать. А вот эти ящики лежат уже 3 дня здесь. Я гуляла... Когда же я гуляла? А, ну да, в пятницу. Вот лежит. Дом написан на продажу. Это 5-комнатный дом. Там малюсенькие очень комнаты, нам строители рассказывали. Вот, но тем не менее, вот ящики лежат, доставлены. Никто не берет. Людей здесь нет, машины нет. Это вот соседская машина, видите, вот они в отъезде. И, видимо, так и будет лежать. Вот, что, в общем-то, довольно приятно. Не таскают. Вот еще доставлен пакет. 2 пакета даже лежат. Тоже никого нет. Это что? А это тоже гортензия. Светлая какая, красивая. Ах, какая прелесть. Я читала, что цвет цветов зависит от почвы, сколько там кислоты, что ли, или как-то. Или щелочи. Одно из двух. В общем, там есть специальная почва для них. Вот еще гортензии. Вот они хорошо в тени растут. Я не могу понять, почему у меня вот роза. Немножко надо сделать дедхединг, но это пусть они сами. Вот еще одна. Они очень популярны, гортензии, конечно, но вот зависит от почвы у меня. Почему на нашей стране так неважно растет это. А какие хорошенькие, веселенькие. Лобелия называется. А, вот эти вот наконец-то в порядок привели. Они подняли, видите? Сделали клумбу. Странно, но поставили горшки почему-то. А, ну роза так цветет. Красивенько. Вот. Здесь тоже гортензия не очень. Вот иногда по-странному они как-то выбирают почву, видимо. Может быть, мне надо было все там перекопать, но там невозможно. Там понакидали этой самой немножко земли после строительной этой, и все.
это все горшки. А это искусственные, это уж только через мой труп. А вот еще. Скоро домой дойдем. Я просто вышла, просто, знаете, чтобы проснуться немножко, потому что два дня что-то мы... Нет, в пятницу я успела погулять, а вот в субботу к нам приезжали из Барселоны, у Сени там друзья. А вот вчера он в Лондоне весь день провел. А я что-то какие-то домашние дела, и все вот по мелочи. У вас, наверное, тоже так бывает. Это увидела, это надо сделать, да, это, ой, это надо, ой, вот это еще тоже, это по пути, и все, и полдня прошло вот так. Потом легла спать, начала думать про работу днем, так и не уснула. Полтора часа что-то провертелось, думаю, смысла нет, надо вставать. Поехали с Ричардом, купили герань, ой, эти, а вот еще белая гортензия, какая, вот она я. А, поехали, купили орхидеи, вот еще. Красивенькая. И все. И поужинали. Потом Сенька приехал чуть ли не в полночь. Вот так мы дошли до воскресенья. Завтра у меня выходной. Я взяла пару дней. Я в пятницу. Почему удалось погулять? Потому что я тоже была выходная. Вот просто устала от нагрузки и интенсивности большой. Очень солнечно сегодня. 23 обещают. В принципе, больше не надо. Вот. Вот эти соседи хорошо сделали розы, они меня радуют. Все-таки тоже уголочек есть, где приятно посмотреть. Молодцы, ободрали все эти мертвые головки, до сих день. Я их терпеть не могу, потому что они замедляют цветение. О, маленькую посадили. Маленькую какую посадили. Вот эти, а вот эти ничего не делают. Ладно, что ж. Не все. Вот мой садик. Я уже вам покажу заодно, а потом вернусь и в задний сад покажу. А задний сад покажу вам. Вон там огромная роза была красная, она цвела сейчас. Гортензии. Вот. Вот мы пришли. Вот здесь у нас все как всегда. Это я буду орхидеи пересаживать. У меня проект сегодня. Посадила кинзу. Она так выросла. Я забыла про нее, кстати. Она так выросла, я не знаю, что делать. Но вот сейчас буду семена уже ждать. Вот видите, какая высокая. Вон выросла. Тут она мне в горшке. Или уже, может, обдеру все. Не знаю, хочется семена дождаться. Вот. И это мы сушим. Это вот куда складываются подушки от мебели. Ричард будет сегодня вот это мыть все подушки. Вот гортензия у нас. Вот мы вчера вот тут сидели. Хорошо так. Вот видите, это, конечно, издевательство над гортензией в таком виде. Она шар такой огромный. Но сейчас ее пересаживать нельзя, пусть она цветет. Нужно будет осенью. Или ранней весной пересаживают, или осенью. Вот мы вчера посмотрели, большие горшки есть. То есть можно будет сделать прилично. Вот и пересадим. Пересадим обязательно. Ну вот и все. У меня сегодня, я планирую, даст Бог, сделаю видео, там ответы на вопросы, потому что просили мне темы отдельно осветить, но они как бы не такие большие, чтобы делать отдельное видео. Так что я сделаю сборную солянку и отвечу на вопросы. Продолжайте спрашивать, пожалуйста. Скоро встретимся. Пока.